к сожалению, прошу прощения, но у нас нет времени на вопросы, это просто далее. Вот, может, в следующий раз прошу прощения, скажу. У нас есть несколько объявлений. Дорогие преданные, у нас есть несколько объявлений для вас. Во-первых, дорогие матаджи, если вы предоставляли свои сари для программы сари на прокат, то, как это ни странно, вы можете их забрать обратно. Они находятся на территории Малой Алтарной, огороженной занавесками. Можно обращаться к матаджи Наталье Давыдовой. Матаджи Наталья, вы здесь? Представьте, пожалуйста, тут ребята. Если вы отдавали свои сари на прокат, то можно их вернуть, да? О, еще одно очень... Много объявлений. Еще очень важное объявление. Это на этой неделе у нас совершилось, наш театр, у нас совершилось очень удивительное событие, очень радостное. Матаджи Саша Лисицына, вы здесь, матаджи Саша? Представьте, пожалуйста. И Прабу Ям, твердо хлеб. Ям, Прабу? Здесь? Где вы? Вот. Эти двое замечательных, очень хороших преданных на этой деле, они поженились. И они сегодня угощают вас воскресным пиром. На их благо давайте прочитаем Хари Кришна мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Это вот замечательная традиция, когда преданных встречается какое-то радостное событие, они угощают нас пиром. И еще очень важное объявление, это то, что, чтобы приготовить этот пир, каждый раз нужны помощники. Как это ни странно. На самом деле, я всегда лично считал, что такие повара, как Балака Паланака Прабу, они приходят на кухню, открывают, и бедра полны, знаете, нарезанных овощей, и все это. Радхарани и Кришна все режут, но оказывается, это не так, да? И на самом деле, вот чистка овощей делает, организует такой замечательный преданный, как Адвайта Крипала. Попробую тоже представить. Секундочку. И ему нужна помощь. Нужна помощь по воскресеньям. Если вы хотите помогать чистить и резать овощи, да, на приготовление воскресного пира, то можно подойти к Адвайта Крипала Прабу. Он сделает так, что вас туда довезут, да, накормят, и у вас там будет катха замечательный. В общем, даже можно к Ринаму пропустить один раз и прийти. Ну, не один раз. Так или иначе, приходите, пожалуйста. Обращайтесь к Адвайта Крипала Прабу. В этот вторник и в эту среду у нас на территории центра Гаура пройдет замечательные семинары. 18 часов начало. Здесь будет давать лекции очень удивительный старший преданный Гаргачарья Прабу. И он будет читать свой семинар на очень-очень важную тему, на столине Пхишмадевы. Это очень сокровенная тема. И если вы хотите услышать из уст такого замечательного преданного, как и Качали в работу, пожалуйста, приходите в этот вторник и среду, начало 18:00. У нас предстоит несколько недель очень-очень-очень радостных, у нас будет много-много гостей. И также через выходные, насколько я понимаю, у нас будет Баларама Пурнима, то есть имени Господа Баларамы. Следующие выходные у нас будет явление Господа Баларамы. А через выходные будет тот праздник, который мы должны прийти, по милости Бхактисиддханты Тхакура, это Джанмаштами. На эти праздники у нас будут замечательные гости. И в преддверии этих праздников, 8 августа, к нам приезжает ученица Шрилы Прабхупады, очень удивительная старшая преданная ученица Шрилы Прабхупады, матаджи Мандакини. Вот, и она будет проводить лекцию. Она будет проводить лекцию в субботу, в следующую субботу, 9 августа. В 15:00 здесь будет лекция. На Махаты и Бхактивирикши мы в этот день отменяем, мы все приходим сюда. И эта матаджа, она очень много общалась со Шрилой Прабхупадой, и она будет нам рассказывать о Шриле Прабхупаде. Она будет делиться Шрилой Прабхупадой Катхой. Вот, также она примет участие в Баларама Пурниме, то есть явление Господа Баларамы. Она придет в воскресенье, будет программа воскресенья вместе с ней. И будет программа еще и в понедельник, 11 августа. Но
Эта программа будет не для всех, а только для лучшей части нашего общества. Только для маточек. 18.00, понедельник, 11 августа, пройдет программа для маточек. Где она пройдет? Она пройдет здесь, и пройти можно только будет в саре. Будет дресс-контроль на входе. Если вы одеты в другую одежду, вас не пропустят. Единственное, кого пропустят, это... Но вы будете сидеть специально на тычках и ничего не слушать. Если у вас есть желание послужить этой замечательной преданной или как-то предложить ей свое служение, в Маджера Самрита тоже пристаньте. Она будет лично служить в Маджера Мандакини. И, соответственно, можно какое-то служение совершить, какие-то лапши пожертвовать на ее прием и так далее. Да? Правильно понял? Окей, еще есть. Дорогие преданные родители теперь. 4-5 августа. Это понедельник, вторник. Завтра и послезавтра. 18.00 будет проходить на Махата с участием в Анамали Прабу. В Анамали Прабу это учитель преданный, который, под руководством которого эти замечательные дети становятся сознающими Кришну. Они на вид уже осознали все. Это точно. Значит, в смысле, когда они с ним пришли на Харинаму, это был великий праздник. У нас Харинама была огромная. Все люди, которые видели 25 маленьких вайшнавов, которые шли в начале, так сказать, Харинамы, у них все сердца таяли. Знаете, там просто, знаете, вышел один пьяный человек, просто купенный человек вышел и такой прямо и ринулся к этим детям. И в этот момент очень крутая машина, BMW какая-то, последней модели, она тут же вообще выехала на встречную полосу, встала вот так поперек, выскочил огромный дядька, встал перед этим пьяным человеком, стал зачищать этих маленьких вайшнавов. Стал стоять такой, и не пускать его, так сказать, ну, их туда, ну, как бы этого человека туда. И он просто вообще как взял и совершил служение вообще непонятно, вообще нарушил все правила дорожного движения. Вообще все. Просто в всех розах, а в машине сидела куча народу у него. И как бы вот стал защищать. Удивительный вообще поступок. То есть сердца людей просто таяли вообще с зрения этих маленьких вайшнавов. Давайте поприветствуем всех здесь. Так вот, для всех родителей 18.00 будет проходить на Махата с участием Анамали Прабу. Она будет проходить на Васильевском острове, улица Детская, дом 18А, квартира 18. Если вы случайно не запомнили этот адрес, то можно подойти к Румине Равна Прабу, который, так сказать, соответственно, организовывает эту встречу. И также и Яков Прабу на квартире, который будет. Яков, это кто? Яков, представьте? Нету его. Нету Якова. Будет это такое объявление у нас висеть на, так сказать, на стенде, и можно подойти к Рукмине Равну, пожалуйста, приходите, если вас интересуют вопросы по воспитанию детей, вас интересует этот вопрос, то, пожалуйста, подходите. И вот только что Рукмине Равну Прабу, как руководитель, кстати, очень замечательного служения, он делает так, чтобы детки не мешали нам на лекциях. А на самом деле он не мешает, он их очень сильно организует, и они там проводят время с толком, очень нравится. Вот Рукмине Равну Прабу этим занимается, в том числе. Так вот, и Кришначарам Прабу. Вот, и будет праздник. Так вот, на праздник на Баларам Пурниму и на Джармаштами можно приводить детей. И даже подчеркивать, нужно. Потому что для них будет специальный праздник, который будет проходить там в детской. С 15 до 18 каждый день, да, вот, во время этих праздников, будут проходить праздники, явление Баларам, явление Господа Кришны. Там, так сказать, в маленькой детской, там будут свои киртаны детские, там будет свой детский просад, который они сами будут готовить, сам предлагать. Там будут свои истории и так далее. Это очень удивительная, так сказать, возможность ваших детей занять сознание Кришны. Пожалуйста, приходите. Вы не устали от объявлений? Нет. Устали? Нет. А давайте немножко разомнемся. Давайте поднимем руки вверх. Очень, знаете, так вот высоко, еще выше. Надо достать кончиками пальцев до потолка. Заберем воздух и скажем хорибол. Давайте. Вот так же вы должны кричать, когда мы сейчас будем поздравлять наших спонсоров, тех, кто помогает нам содержать этот центр. Мы каждую программу несколько человек объявляем, и сейчас мы будем их объявлять. И если вы здесь, то мы будем, я объявлять буду довольно-таки быстро читать. А если вы здесь, то вы подходите, и мы вас угостим сладостями. Хорошо? Итак, приготовьтесь пить.
передам мне каратал и так далее, пожалуйста. И вот кладу, чтобы начать волейбол. Готовы все? Итак, Шашкина Надежда. Шихова Ирина. Юр Игорь и Татьяна. Цветков Евгений. Яшкин Федор. Парамошина Юлия. Рахимов Инхом. Калеева Розеля. Юркин Артур. Арсетенко Любовь. Королькова Елена. Гнездроева Олеся. Повторим Харе Кришна мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Рама Рама, Харе Харе. Арива! Арива! Гостевой департамент ничего не хочет мне сказать, чтобы прийти? Хочет. Что? Намолчи. Намолчи. У вас? У Ильи и у Ольги родилась дочка. 1 августа у них родилась дочка, у них даже Тилокова прямо на лбу. То есть они так молились, что пришла вождь, вот у них проявлена Тилокова. Мы пожелаем ей быть, стать преданной и удачи во всем, правда ведь? Я передаю слово гостевому департаменту, да? Да. Харе Кришна, дорогие преданные. Мы просим вас выйти тех людей, которые пришли сегодня на программу первый раз. Выходите. Да, вообще первый раз, кто пришел сегодня, подходите к нам сюда, мы вам подарим небольшие подарочки. Мы пришли. Выходите, ходите, не бойтесь. Один кто-нибудь надо ответить. Давайте поприветствуем наших гостей. Вот у нас уже Аня, Виктория, Диана и Ангелина. Анастасия, Дарья, Эля, Стас, Женя еще, Ирина, Вика, Оксана, Ирина, Андрей, Татьяна, Олег, Вадим, Дарья. Ой, много маленьких вайшнавов. Аруна, Чора, Манхова, Вира, Максим, Асим, Габал, Махадев. И другие. Давайте на благо этих преданных принесем Харе Кришна Махамантру все вместе, подняв руки очень высоко вверх. Спасибо всем большое. Да, и дорогие преданные, вот кто сейчас получил книжечки с анкетами, можно будет анкетки положить на столик информации, который вот там у нас слева. И можно будет туда подойти. Да. И можно будет туда подойти и получить какую-то информацию, если необходимо. И получить еще вкусный подарок. Большое спасибо, что вы пришли к нам. А перед тем, как у нас будет Гуру Арати, я бы хотел еще маленькое объявление сделать. В феврале-марте 2015 года планируется ежегодное паломничество преданных нашей ядре во главе с президентом Чхатме Прабху святую Дхаму. По маршруту Пури, Майпур, Вриндаван.
Если вы хотите попасть в эту группу, то можно подойти к Рада Гавинти Прабу. Вот он здесь находится, он вам расскажет, как можно совершить паломничество в святую Дхаму вместе с преданными, о чем мы только что тоже пели, потом важно звучит.